по звонку агронома с организации «Агротон» я выехал на место происшествия, где совершалась незаконно самовольная рубка. Потом я совершил звонок своему непосредственному начальнику о том, что совершается незаконная рубка, и ждал на месте их там. На месте происшествия были два человека, примерно лет по 17-20, с пилами, и лежали кучи напиленных дров, сырого дуба. Кубатуру я не измерял, на глаз где-то кубів до 5 лежало. Они сказали, что мы работаем на частное лицо, на Шишкова, и все. Дальше я ожидал выезда директора и начальника. После того, как приехал Игорь Шишков, он забрал людей, двоих человек молодых, бензопылы забрал. И вошел с директором в скандальный разговор, да. Мы хотели постараться забрать бензопылы, у нас не получилось. Они уехали. Вызывали ли вы на место происшествия сотрудников полиции? Вызывали. Какие были их действия? Они приехали, сначала начали описывать, а потом остановились. После того, как Игорь Шишков приехал. Они не попытались как бы забрать у них бензопилы? То есть они просто стояли и все это наблюдали? Нет, никаких действий с их стороны мы не увидели. Почему? По статье 246 внесено провадження. Проводим следствие. Изъяты пилы, опрашиваются, допрашиваются люди и устанавливаются. А правда ли то, что когда на месте происшествия были ваши сотрудники, они сразу не изъяли пилы? Все изъято. Все изъято, приобщено к материалам дела. А когда было изъято? Сразу было все изъято. Здравствуйте. Игорь Владимирович Шишков? Да. Сотрудники лесхоза рассказали о том, что вырубка проводилась по вашему указанию, и то, что даже вы приезжали на место происшествия. Вы что, серьезно? Серьезно. Можете как-то прокомментировать? Да приезжал мимо, забирал хлопцев оттуда. Попросили забрать. Ага, то есть как бы вы отрицаете то, что они спиливали деревья по вашему указу? Зачем мне деревья? Мне не нужны деревья. Там, наверное, лесхоз сам пилял, походу.